Снимаем кино. Он в офисе работает сутки напролет. Жизнь его по проводам компьютера течет. Он поздно ложится, рано встает. Время идет. Вдруг он осознает, что чего-то не хватает. Чего не хватает? Да бог его знает! Нет, бог не самый надежный источник инфы. О, знает все Google. У него и спроси. Ну здравствуй, всезнайка, ети твою так. Ответь, почему в моих мыслях бардак? О, результатов больше миллиона? Не, таким положением дел я крайне недоволен. А может, ответы лежат в подсознании? Вдруг медитация покончит с терзаниями? Глаза закрываю, считаю до 100. Ох, видимо, это все неспроста. Все, работать не смогу, пока смысла не найду. А где смысл-то искать? Эй, брат, в этом деле места надо знать. Да что ж вы... Все меня тянете на грех. А, точно, весна. Вот мысли и сходятся у всех. Вдруг все они правы. И дело все в этом. Так, хорошо. Заполним анкету. Имя — Митяй. Фамилия — Байназаров. А что, все честно, без базара. Опа, опа, понеслась. Вот она, интернета власть. Все, на свидание иду. Спрошу ее: how do you do? Она мне: fine and you. А я ей так сходу: тебя хочу. А так, на удачу пришью-ка я это. И возьму с собой конфету. Угощу, она моя. Ну все, ты мачо, чемпион. Давай, вперед. Камон, камон. How do you do? How do you hi? Do you speak English? Yes, I do. Скажу пока и все, пойду. Нет уж, лучше побегу, остатки чести сберегу. И так уже облажался по полной. Она красивая, прямо королева. Кстати, my name is Eva.